мы, жены и родители мобилизованных Кировского полка, обращаемся к нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину для того, чтобы он нам помог разобраться в правомерности действий командования полка, мобилизованных из Кировской области. Наши мужчины поддерживают специальную военную операцию. Их мобилизовали в конце сентября 2022 года. В городе Вольске сформировали полк теробороны, который прибыл в начале декабря 2022 года в зону проведения специальной военной операции для выполнения задач, связанных с территориальной обороной освобожденных территорий Донбасса. Со всеми поставленными задачами наши мужчины успешно справлялись. Но в начале октября 2023 года без оглашения боевого распоряжения весь полк в короткие сроки с минимальным набором вещей был вывезен в точку проведения очень активных боевых действий, мобилизованных, по-прежнему числящихся как полк территориальной обороны, не имея подготовки, необходимого обмундирования и без должного оснащения, задействовали в штурмовой операции. Все они обладают базовыми навыками и знаниями, полученными во время службы в годы мирного времени, а также в процессе подготовки для выполнения задач в период мобилизации. Однако для успешного выполнения штурмовых действий необходимо иметь высокую степень подготовки и специализированные навыки, которые можно получить при длительном обучении и службе в специальных подразделениях. Наши мужчины не были готовы к выполнению данных задач. В результате этого наш полк несет потери личного состава ежедневно. Диалог с командованием невозможен. Ребят запугивают, угрожают. Все угрозы вплоть до расстрела. Уважаемый Владимир Владимирович, просим вас содействовать проведению проверки по факту правомерности действий командира и замполита Кировского полка. Наши мужчины не отказываются от выполнения боевых задач в рамках территориальной обороны, как было озвучено вами, но они не обучены и не подготовлены для участия в штурмовых операциях. Также измотаны психологически и физически, ведь на протяжении 10 месяцев они сменили несколько мест дислокации, где успешно справлялись с поставленными задачами, при этом не имея должного отдыха. За год с момента призыва большая часть мобилизованных Кировского полка с трудом смогла сходить в отпуска длительностью 14 дней, но малое количество до сих пор пытается добиться первого отпуска. С августа 2023 года по сей день отпуска приостановлены на неопределенный срок. Мы просим провести проверку законности действий вышесказанных должностных лиц, вернуть наш полк для выполнения задач в рамках войск территориальной обороны, а также восстановить отпуска для должного отдыха мобилизованных. Уважаемый Владимир Владимирович, мы ждем вашей помощи!